Всем привет, друзья! Сегодня будет заруба в элементах, номинация воркаут, и вы сами будете оценивать, кто выиграл. Мы будем судить так. Они должны будут сделать эпичнее, то есть эффектнее элементы, кто сделает круче какие-то, может, такие сеты, да, может, какие-то одиночные, да, упражнения, тот и выиграл. Это судите вы. Пишите в комментариях по 5-бальной шкале. Давайте назовем имена, да? Меня зовут Сергей. Леха. Толик. И вы пишете вот их имена, Толик, Сергей и Леха, кто выиграл. Полите. Будет 2 раунда, ребят, на турнике и на брусьях, и вы оцениваете бок. Друзья, первый раунд прошел, сделайте в голове отметки каждому участнику, и мы начинаем второй раунд на брусьях. We'll be right back.
I'll do everything I can. Друзья, вот и закончились два раунда, поэтому вы сейчас должны выставить свои оценки трем участникам. То есть в комментариях пишите, Серега сколько баллов? До 5 баллов, у нас 5 баллов максимум. Потом Леха сколько баллов? До 5 баллов, его оцениваете. Итальян сколько баллов? До 5 баллов. Три участника пишите и их баллы. Все, друзья, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на нас на всех, ссылочки в описании будут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока!